Всем привет, дорогие друзья! С вами Собака ТВ. И как видите, у нас на обзоре Quixels. Вот такого викинга я уже собрал. В общем, такой викинг прикольный. Я его первым собирал, потому что на море он реально кайфовый. Отложим. Сейчас мы, в принципе, собираем динозавра. Поехали. Теперь уже залил воду в распылитель. Сейчас будем мочить динозавра. Все. Теперь давайте сушить. Ну все, теперь его надо, в принципе, от нашего Дино оставить на 20 минут. А пока пройдемся по самому составу коробки. Так, у нас, естественно, присутствуют разъемы для самих кубиков. Ну, ладно, не важно. Так, дальше у нас присутствует шаблон. Викинга я сделал. Так, где он? Еще я сделал, в принципе, нет, скорпиона я не делал. Это я сделаю в следующем видео. Просто я никогда не делал обзоры на Quixels, поэтому я обязательно сделаю что-нибудь там. Так, короче, еще у нас есть подставочка. Кстати, погодите. А на этой подставочке, как следует, должен кто-то стоять. Я викинг. Я советую вам именно прикреплять его вот сюда. То есть на, так сказать, на левый глаз вверх. То есть вот тут. Вот так это советую прикреплять. Сейчас принесу от него топор. Где-то затерялся уже. Пусть открыл я эту коробку еще с утра. Ну, на Новый год. Сегодня 30-го, кстати. Ребят, ну мне, в принципе, повезло, я вторую подставочку как раз нашел. И топор, естественно, зачем я ей шел. Это у нас является специальный зеленый кубик. Их там в наборе только два. То есть вот сюда и вставляется топор. Рубка! Бу-би-би. Ну, в общем, все. Вот и викинг. Ну, вот и викинг в полном составе. Вот он какой. Ну и пшикалка. Так, ну, в общем-то, вот такой у нас. Сейчас мы его будем открывать. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь, рекомендую канал Джейден Кьюза. Всем пока, в следующем видео я буду делать обзор на зеленый разрушитель. Всем пока.